Всех приветствую, продолжаю просматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Рудольф Карл Александр Шнайдер, широко известный как Саша Шнайдер, немецкий художник и скульптор. Родился в Санкт-Петербурге в 1870 году. В детстве его семья жила в Цюрихе. После смерти отца Шнайдер переехал в Дрезден, где в 1889 году стал студентом Дрезденской академии изящных искусств. Я пользуюсь Википедией переводной. В 1903 году он познакомился с автором бестселлеров Карлом Мэем, а впоследствии стал иллюстратором обложек его книг. Год спустя, в 1904 году, Шнайдер был назначен профессором в Государственной художественной школе Веймар. В этот период Шнайдер жил с художником Хельмутом Яном. Ян начал шантажировать Шнайдера, угрожая разоблачить его гомосексуальность, что каралось. Шнайдер бежал в Италию, где в то время гомосексуальность не была криминализирована. В Италии познакомился с художником Робертом Спайсом, с которым путешествовал по Кавказским горам. Затем он вернулся в Германию, где прожил 6 месяцев в Лейпциге, прежде чем вернуться в Италию, где проживал во Флоренции. Когда началась Первая мировая война, Шнайдер снова вернулся в Германию, поселился недалеко от Дрездена. После 1918 года он стал соучредителем института под названием «Крафткунст» по бодибилдингу. Здесь обучались некоторые модели для его творчества. У Шнайдера, страдавшего сахарным диабетом, случился диабетический припадок во время плавания на корабле в окрестностях Свинемюнде. В результате он потерял сознание и умер в 1927 году. Был похоронен на Лошвицком кладбище в Германии. Вот так вкратце из Википедии о немецком художнике и скульпторе Рудольф Карл Александр Шнайдер. Пока-пока, до свидания, смотрим его работу.